Итак, я вам обещала рассказать, как делать вот такие шарики. Нужны обычные пакеты, можно просто вот из пятерочки пакеты, но какие только у вас есть. Вот, берете пакеты, вот так вот мнете, формируете шарик. Скотчем можно зафиксировать. Дальше берете стрейч. Получается вот такой шарик. В лесу собираете мох, я собираю с поваленных деревьев. Главное, возьмите ножичек, чтобы он хорошо срезался. Желательно, чтобы были большие пласты. Пласты, пласты.